Доброго всем дня! Это видео для всех тех, кто ощущает себя внутри художником, творцом, кто любит и ценит свои дороги в своей жизни. И неважно, какие они, ухабистые или прямые, с резкими или плавными поворотами. Те, кто принимает жизнь такой, какая она есть, не сетуя на нее и не обвиняя. Новелла Леонида Ингибарова, которая называется «Художнику». Если она заденет струнки вашей души, поставьте лайк и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Вдруг кому-то оно тоже откликнется внутри так же, как и вам. Дорога. Это единственное, что тебе никогда не изменит. Наскучит уют, остынет любовь и останется только дорога. И где-то далеко впереди надежда, что будет любовь и покой. А сегодня ты снова в дороге, и с тобой снова тревожность. И не лги себе, без нее ты не можешь. Любовь и покой — это только мираж, без которого не бывает дороги. С новыми ощущениями вас, друзья!